Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня очередной торт-корзиночка. Только сейчас хочется сделать, чтобы наша крышечка была так, почти вот так открыта. Сюда потом расположу цветики. Вот это у меня вафельный корж. Слепила я его, вот разрезала пополам, вот маршмеллоу. Просто растопила и приложила. Очень хорошо склеивается. Для того, чтобы создать хотя бы немножко упор, я здесь сделала, видите, прорезь. Вставила шпажки. Вот здесь сделала маленькие отметочки, чтобы было примерно хоть знать, куда мы сейчас будем вставлять. И будем вставлять нашу крышечку. Шпажки упираются прямо в подложку. Очень так сильно. Видите, прямо с силой. Держится она уверенно. И мне хочется, знаете, и с этой стороны нанести плетение, и с этой. А уже вот здесь расположить наши цветы. Крем у меня уже окрашен. То есть я всю порцию белково-заварного крема на пектине, вот не сильно яркий цвет сделала. Кредо номер 47. Будет вот такой вот у нас цвет. Ну, сейчас одену насадочки, маленечко выровняю и начнем дальше работать. Нашу корзинку я уже почти оформила. Для этого у меня вот здесь вот такая насадочка. Она как хризантема, но с одной стороны зубчики. Вот такая вот небольшенькая. Вот сейчас буду продолжать. Сначала, наверное, вверх пойду. Вот в этом месте я допустила ошибку. Здесь надо было вот эти вот переплетения вот подальше сделать. Так, аккуратненько постараюсь еще раз пройти. Насадочкой номер 2, вот такая открытая звезда, я сделаю бордюрчик. Крем я взяла чуть-чуть потемнее, чтобы выделялось у нас хотя бы немножко. Пожалуй, сначала вот эту сторону, а потом заднюю заодно. Просто, чтобы прикрыть нам край. Вверх. И сейчас буду цветы. Думаю, сделаю розы, потому что задумывала, как бы не подходит для этого цвета корзинки. Что ж, мои дорогие, вот я буду делать розы насадкой 127. Здесь обе насадочки одинаковые. Желтый крем, наш топ-продукт, ну, топ-декор.
Один я не окрашивала, другой просто окрасила пакет, мешок оранжевым. В эту же насадочку, что делала у нас окоемочку номер 122 «Открытая звезда», добавила белый крем. Листик 103 насадочка. Здесь топ-продукт коричневый и зеленый. Зеленый немножечко вот этого же добавила. И окрасила с одной стороны розовым топ-продуктом, с другой стороны зелененьким. Думаю, здесь на заднем плане все-таки нам надо повыше сделать розочки. И поэтому я буду использовать конусы. И вот такой держатель для этих конусов. Это маленькие конусы. Ну что ж, приступим. Обыкновенные розочки будут. Самые обычные. Насадка новая, я ее зажимала, но недостаточно. Вот так вот. Постепенно открывает цветок. И сейчас зелень. Чтобы потом легче нам было, побольше сделаем. Думаю, даже надо как бы и подушечку. Начну все-таки я со стеночки. Так. Ножничками сейчас будем пытаться установить. Можно желтенькую сразу сделать. Угу. Кончики маленько толстоватые. В следующий раз я поправлю. Да, насчет корзиночки. Вот здесь эта крышка вафельная. Этот тортик у меня для домашних. Завтра будут гости. И поэтому я в комментариях точно вам отвечу. Раскисает она, не раскисает, как выглядит. В общем, кому интересно, спрашивайте, я отвечу. Вот такая вот. Тут листика не хватает, да? Тут мне пришли с Алиэкспресс сухие распылители. Я тоже теперь буду брызгать ими. Ссылку дам под видео. Пришли в Красноярск меньше, чем за месяц. Я считаю, это вообще рекорд. Местечко поставим. И с другой стороны, ну, тоже такую же желтенькую.
Вот так вот получилось. Сейчас еще немножечко совсем добавлю листвы, и тортик будет готов. Вот, мои дорогие, прошло 10 часов. Тортик у меня простоял в холодильнике это время. Посмотрите, какой он вид имеет. То есть с нашей крышечкой абсолютно ничего не произошло. Вы видели, как я ее устанавливала? Ее не повело, она не опала, не съехала. То есть можно даже не изолировать абсолютно никаким ни шоколадом, ни глазурью вафельные коржи. И на этом я буду с вами прощаться. До свидания, мои дорогие. До новых встреч!